друзья, всем привет! Сегодня 18 июня 2018 года. Я Александр Фоломкин. Сегодня у меня официально отпуск начался. И в первый день отпуска я катаюсь на корабле по морю. Море называется Адриатическое. Это Адриатика. Отдыхаю в Албании. Вот хорошая погода. Море, смотрите, тут вот море, такие вот красивые холмы на берегу. В общем, давайте я для вас сделаю такой маленький обзорчик на пару минут, чтобы посмотрели. Вот море такое здесь. Давайте сначала с первого этажа начнем. Это первый этаж. Здесь находится бар, здесь люди пиво пьют. Вот такие волны здесь. Это первый этаж. Мостик, это бар, здесь бар находится, здесь можно сесть, посидеть, попить, перекусить. Немножко качает палуба, морская качка. В общем, такая движуха здесь, очередь. Люди заказывают там всякие себе вкусности. Можно пройти? Можно. Сейчас поднимемся на второй этаж, посмотрим. Такая палуба. Красивое море, не хуже, чем в Турции, может даже еще красивее, такой цвет глаз, такой синий, вообще отдыхать глаза. Так, здесь пройдемся, здесь люди загорают. Господи, опять эта песня. Я в прошлом году в Доминикане эту песню слышал. Какая движуха здесь. Качает немного. Друзья, такой маленький видосик прямо с палубы корабля, море, Албания, отпуск, отдых. В общем, ставьте лайки, комментарии, пишите. Такая движуха здесь.